Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Apple снизит цены на айфоны за рубежом. Глава Apple Тим Кук объявила о планах компании снизить цены на некоторые модели iPhone в тех странах, где национальные валюты наиболее сильно ослабли по отношению к американскому доллару. Он не уточнил, в каких странах идет речь, но, возможно, это коснется Китая, России, Турции, Индии, Бразилии и других государств. Apple всего лишь во второй раз в истории объявляет о снижении цен на айфоны. Ранее компания снижала цены только в 2007 году, после запуска первой модели iPhone. Заявление Тим Кука о снижении цен последовало вслед за сообщением о первом в истории падении продаж айфонов в праздничный период. В России цены на продукцию Apple выросли дважды за последние полгода, после презентации новых моделей айфонов в сентябре и после Нового года в связи с повышением НДС.